Законопроект о туризме подвергся критике со стороны спикера Мажилиса, потому что некоторые изменения в законе не обоснованы. Например, в проекте предлагается разделить туроператорскую работу на три вида. Но Нурлан Нигматуллин не согласился. По его словам, вместо того, чтобы оказывать давление на туристические компании, им нужна защита. В целом, закон планируется внести ряд изменений и дополнений. Например, в будущем будут усилены меры по защите казахстанцев, отправляющихся в отпуск за границу.